может быть, и наш еще поумнеет. Станет взрослым, как бы ответственным, не будет таким, как сейчас. Таким пацаном, которому лишь бы поиграть и не только. Утро уже, что ли? Так нам надо ехать к Савелию, к Максу. Гриша, вставай быстро! Ты проснулся? Все, нам надо ехать! Ну, чего так рано? Илин, давай еще поспим. Гриша, никаких поспим. Поехали, там наши дети дома. Так они же дома, вот именно. Нет, я хочу спать. Подожди, я еще не проснулся. Гриша, вставай быстро! Ну, ладно, ладно, давай, встаю. Ну что, поехали? Ну, куда ты так спешишь? Чего ты так разнервничаешь? Ну, знаешь, у меня какое-то не очень хорошее предчувствие. Чувствую, что что-то не так. Что думаешь, Савелий опять обижает Макса, что ли? Не знаю, возможно. Вот и пойдем. Поехали, вернее, посмотрим заодно, что он там делает. Ну да, поедем сейчас, только подожди. Хотя бы пусть Мирослава проснется. Ну это да, конечно. Мы же не можем так уехать, не предупредив. Ну да. Ох, как же неудобно спать на чердаке. Ну что же не сделаешь ради дочери. Доброе утро. Доброе утро, мам. Доброе. Так, ну давайте что ли завтракать, и, наверное, поедете, да? Да нет, мы сейчас уже поедем тогда. Илина вон распереживалась. Ну, я ее понимаю, конечно же. Она все-таки мама. Я тоже переживаю, очень волнуюсь. Да. Может, чуть попозже поедете? Нет, мам, мы поедем прямо сейчас, вот. Сейчас тогда соберемся и поедем уже, да. Ну, перекусите хоть что-то. Да нет, мы не голодные. Да, мы прямо сейчас поедем, мы сейчас быстренько проскочим, пока пробок нет никаких. И все, и дома уже будем. Так, все, Лина, я пошел тогда машину заводить. Хорошо, Гриша. Ох, не бывайте у меня надолго. Ничего, мам, мы к тебе в следующий раз приедем уже с Максом и Савелием. Макс-то, я думаю, уже поправится к тому времени. Не думаю я, что у него что-то серьезное. Но я на это надеюсь. Угу. Ну что, как спали? Хорошо. Ох, что-то ушла, я уснула. Даже одеялка вам не дала. Да ничего страшного. Ну ладно, вроде дома тепло. Угу. Ну ладно, мам, мы тогда сейчас поедем, вот, так что пока, до встречи. Ну ладно, пока. Угу. Пусть еще Гриша подойдет. Хорошо. Гриша, что? Иди сюда. Окей, сейчас. Ох, как болит моя спина после этого чердака. Да, бабушка Мирослава. Ну ладно, давайте, с Богом, пока. Давайте. Уехали. Ну ладно, может, мальчиком так будет туда же лучше. Бабушка, привет. А гости где? Уехали, что ли, уже? Ну да, поехали там. Надо побыстрее к мальчикам. А, понял. К Савелию. Так жалко, что он не приехал. Ах, я скучала по нему. Да и Макс. Тоже жалко, что он не приехал. Да, Макса тоже жалко, что он упал. Что ему больно. Ну, он вылечится, все нормально будет, я знаю. Ну да, я на это надеюсь. Угу. Слушай, Илья, можешь баньку да? Стопить? Да, конечно, без вопросов. И тогда пока чайник кто-то поставит. Нет, не надо, я сам. Не стоит. Да. Кстати, запомни, теперь всю работу делаю я. Даже если это просто поставить чайник. Понимаешь, у меня есть силы и время, и у меня как бы... Я могу сам. Не стоит тебе утруждаться, хорошо? Я очень боюсь за твое здоровье. Но не все же ты будешь делать. Все буду делать, все-все. И супы варить, и то, и все, и дрова, и то. Ну, а как ты по грядкам будешь делать? Сорняки убирать, например. Ой, это не проблема. Ты мне все покажешь, расскажешь, и я все научусь. Я буду стараться.
Я буду не так идеально, конечно, как ты, потому что ты все-таки уже опытная, все такое, да, но буду стараться, честно. Ты мне все покажешь. Ну ладно, но все равно я иногда должна по грядкам проходить. Ну, пропалывать. Пройти, ладно, но пропалывать не надо. Ну ладно, тогда иди чайник поставь, потом баню. Да помню, я пока полежу, то спина с чердака. Спина болит. Может, к доктору? Да к какому доктору? Полежу, пройдет. Иди давай чайник ставь. Ладно, все, я пошел. Ох. Наши деньги. Лиза, как тебе не стыдно? Это наши деньги с моим другом Семой. Ну я же твоя подруга. Если бы ты у меня попросила, я бы тебе обязательно дала, сколько захотела бы ты. Но да пойми, взяла бы сама. Я не собиралась их брать. Я просто хотела вытащить. И зачем? Ну как зачем? Чтоб потом тебе дать. Что-то не похоже, Лиз. Что ты скрываешь от меня, Лиза? Нет. Лиза, что-то тут не так, ну я правда. Я же тебе уже сказала, где они лежат. Ладно, Лиза, я тебе верю. Спасибо. Я пойду деньги возьму, в общем. Хорошо, и это. Подожди, а где Савелий? Савелий? Савелий, с Савелием все хорошо, Лиза. Все хорошо с Савелием. Не волнуйся, с Савелием все хорошо. Точно. Мне... Да. Вот, смотри, с братом тоже все хорошо. Он так лежит, отдыхает. Видишь, ничего страшного, Лиз. Честно. Что мы тут разговорились? Я хочу спать. Все, все, спи, спи. Вот видишь, все хорошо. Ну ладно. Сема! Ты пришел? Да иди сюда, короче, смотри, сколько там бабла. Смотри, ты офигеешь. Ого! Вот это да! А где ты нашел? Да, короче, Лиза полезла за деньгами. Да, Лиза? Я посмотрел, а там денег, увались там. Просто нам с тобой вдвоем, это жизнь в роскоши, ты понимаешь? Это такой запас денег. Это значит, родители реально у них такой прям... Богатые родители-то были. Я больше не могу это слушать. Лиза, ты куда? Подожди! Лиза! Что? Лизочка, ты куда? Я здесь. Не уходи, пожалуйста, все нормально. Ты же слышишь, мы с моим другом. Я хочу посмотреть, как там Савелий. Савелий, стой! Не надо к Савелию. С Савелием все хорошо. Сема подтвердит. Да. Да, с Савелием все хорошо. Но почему он сюда не приходит? Понимаешь, вообще, мы его... Это, в общем, он там, короче, делами занят, мы решили ему не мешать. Он, в общем, решил, что раз мы пришли, значит, так надо. Правда, по деньги он не знает, но ничего, все нормально. Лиза, ты веришь мне или нет? Да. Все, садись на диванчик, посиди с Максом. Я думаю, вы подружились, можешь с ним посидеть. Короче, вот так, я думаю, что... Деньги мы поделим пополам, ровно. Ты же мой лучший друг, и ты мне очень дорог. И как бы мы с тобой самые лучшие близкие друзья. Да, братан? Да. Ну что, пойдем делить? Пойдем. В общем, поделим на двоих, хотя на троих. Лиза, давай на троих поделим, чтобы все честно было. Ты же моя подруга лучшая, да, почти девушка. Да, я твоя лучшая подруга, но мне не надо денег, правда. Ну... Как хочешь. Но я предлагаю еще раз. Нет, я настойчив. Спасибо. Хорошо. Лиза, ты точно решила, что не хочешь деньги на троих делить? Нет, не хочу. Ну смотри, я предлагаю еще раз. Уверена, да? Да. Хорошо. Ладно. Поделим? Тогда пойдем. Короче, может быть, ты сам посмотришь пока что? Лиза! Лиза, что с тобой? Помоги, помоги поднять, помоги. Семен, ну помоги. Аккуратней, аккуратней, это моя будущая девушка. Аккуратней, это моя лучшая подруга. Ты что, ее бьешь? Ты у меня получишь. Что с ней? Я так и не понял. Ты понял что-то? Нет, я не понял. Странно это все. Ну да, странно. Я думаю, это из-за того, что ты решил деньги делить. И что с того? И ничего. Просто... Она же девушка все-таки, и ей это странно кажется. Ты ничего не странно, ничего ты не понимаешь. Сема, опять ты? Боже мой. Я не думаю, что она это из-за этого. Надо с ней что-то делать.
А, вернее, нужно ее как-то привести в чувство. Я даже не знаю, как. Ты умеешь? Наверное, ты умеешь. Ты же ходил на курсы там какие-то. Тебя мама записывала. Помнишь эту вот нудятину? Помнишь? Ну да, помню. Ну, да, я что-то умею. Я помню. Да, я смогу. Точно смогу. Точно? Не навреди ей. Да хорошо, хорошо. Я умею. Я профи, короче. Так, так. Ты что? Ты что, ее бьешь? Аккуратней! Уйди! Мастер-класс, блин, тут свой показывает. Я лучше сам. Ты со своими советами уже. Кошечка моя. Сёма, ну ты как обычно. Ты по-другому не умеешь. Ну ты как обычно, короче. Да умею. Давай покажу еще раз. Да, уйди отсюда. Уйди. Ты уже показал свой мастер-класс. Сёма, иди. Я сам. Так. Лизочка. Лизочка. Что это такое было? Ты жива, Лиза? Все хорошо? Ты себя хорошо чувствуешь? Лиза, приляг. Ты упала только что. Лизочка, с тобой все хорошо. Ты как себя чувствуешь? Голова не болит? Точно? Да. А я ведь так же мог. Слушай. Что? Не надо мне тут эти советы. Сёма, ты уже наглел. Ты принаглел, Сёма? Да ладно тебе, это же всего лишь лечение такое. Какое лечение? Ты вообще понимаешь, что ты говоришь? Сёма. Иди давай. Иди, не мешай. Видишь, я тут как бы лечением занимаюсь. У меня тут девушка болеет. Уйди. Ну ты настойчивый, конечно. Ну да, я такой, ты же меня знаешь. Ладно, иди посмотри, что там с деньгами, и оставь нас наедине. Хорошо, я понял, иду. Ну что, Лиза? Ну что, ты себя хорошо чувствуешь? Ничего не болит? Ты же так упала сильно. Нормально. Точно? Да. Хорошая моя. Ты точно себя хорошо чувствуешь? Я могу пойти на кухню сделать нам чай? Я могу тебя оставить одну? Да. Точно. Можешь прилечь, чтобы мне было спокойно? Ну, хорошо. Спасибо. Я сейчас. Тебе какой чай? Любой. Любой? Хорошо. Девушки вы, девушки.